Аврита – отличный вариант для любого сада. Это многолетник, относящийся к вечнозеленым травянистым растениям. В зависимости от сорта, аврита может цвести не один, а два раза за сезон, в конце весны и в начале сентября. Культура выращивается в декоративных целях, для украшения садов, парков и загородных участков. Предпочтение следует отдавать гибридным сортам, отличающимся невероятной морозоустойчивостью. Это «Лазурный берег», «Чарующий Марокко», «Гигантский водопад», «Кэмпбелл», «Синий каскад». Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.